За прошедшую осень-зиму в отношении управляющих компаний и ТСЖ Республики возбудили 116 административных дел. Причина – перетоп или, наоборот, холодные батареи в квартире. Почему это происходит и как изменить ситуацию, обсудили на еженедельном совещании у главы Чувашии. С начала отопительного сезона в Госжилинспекцию Чувашии поступило 287 звонков по вопросам некачественного теплоснабжения жилых помещений. Больше всего в Чебоксарах 126, из Канаша 57, из Новочебоксарска 46. Кроме того, жители жаловались и по телефону, и в соцсетях, и по каналам Центра управления регионом. Всего было выявлено 185 нарушений, 96 из которых связаны с недостаточным теплоснабжением в жилых помещениях, 28 – так называемый перетоп. Перетоп, конечно, не здорово, но я думаю, что когда людям холодно, это более дискомфортное состояние. Поэтому здесь очень важно вот эти все моменты учесть. Ну и, конечно же, вопросы, которые имеют кричащий характер, постараться поставить задачу за подготовительный этап к следующему отопительному сезону нивелировать. Глава республики Олег Николаев поручил не только принять меры по устранению проблем, возникших в ходе этого отопительного сезона, но и проанализировать причины, по которым это происходит. Подняли и вопрос платежной дисциплины. Задолженность организации за поставку топливно-энергетических ресурсов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась на 10%, но по-прежнему остается высокой. За газ – более миллиарда, за тепло – 704 миллиона рублей. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика.